нас уже на прямой телефонной связи находится Елена Броницкая, политический эксперт. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Елена, ну и вот хотели бы ваше мнение узнать, хотели бы услышать вашу оценку работе депутата Верховной Рады на этой неделе и касательно посещаемости, и касательно кнопкодавства и принятия законов в целом. Ну, вы знаете, мне кажется, вот в таком количестве посещаемости, как на этой неделе проявила себя Верховная Рада, наверное, вот за 25 лет независимости Украины ни один созыв такого себе не позволял. Когда спикер Верховной Рады вынужден закрывать досрочно заседание, поскольку нет кворума, нет конституционного большинства 226 депутатов. И, безусловно, в таком количестве, когда приходит 190 до 200 депутатов, невозможно разрешить какие-то вопросы и решить какие-то законопроекты, которые нужны государству, тем более в таком состоянии Украина. У меня такое, знаете, складывается впечатление, что, скорее всего, наши депутаты же где-то готовятся к перевыборам, поскольку такого не было. Кажете про те, що депутати можуть готуватися вже до перевиборів, так, ну, можливо, тому не відвідують сесійну залу, але чи не має бути навпаки, от показувати, що вони працюють і приймають якісь законопроекти? Безусловно, і навіть в том положении, в котором сейчас находится Украина, что касается политического плана, экономического плана и военного состояния в государстве уже на протяжении 3 лет, депутаты должны быть наоборот более ответственны, поскольку у нас прошла революция достоинства, и депутаты должны были рвать и метать для того, чтобы работать, показывать. А, к сожалению, вот этого у нас не видно. Я не могу найти причины, почему депутаты не хотят работать. Трудно сказать, почему не хотят работать, поскольку обязаны. Во-первых, они получают эту заработную плату. Если бы мы, допустим, с вами не ходили на работу, нас бы, наверное, скорее всего, прогнали. Они себе есть такая возможность во время работы они могут себе отдыхать, дивить, наверное, скорее всего, ездить и так далее. Безусловно, я так считаю, что, скорее всего, перевыборы нужны. И, наверное, скорее всего, наверное, ближе к осени они, наверное, все-таки состоятся. Депутаты это чувствуют, и, наверное, поэтому так расслабились. Олена, як ви гадаєте, от ви кажете про те, що перевибори мають бути, так, вони потрібні, але зараз яким шляхом це має бути? Просто оголосять про те, що немає коаліції, будуть перевибори, чи як? Ну, коаліція, давайте просто припомню немножко історію. Спочатку, 8-го созыва у нас как таковой коалиции не было. У нас вот было колебание, там 220-222 депутата. И даже по сути мы не видели полного списка, оглашенного спикером. Просто там шел разговор, что у нас есть 230 депутатов. По сути, у нас этого не было. И поэтому у нас есть такое колебание. И я считаю, что судя по той работе, которая проводится вот за 2 года, а ее как бы, поскольку вообще ее не существует, перевыборы нужны. У нас, вот я уже говорила изначально, что страна находится вот на таком и политическом, и экономическом коллапсе, а депутаты работать не хотят. Если они не хотят работать, тогда нужны перевыборы. Для того, чтобы у нас образовался такой коллапс депутатов, которые действительно будут не просто так рвать горло за Украину, а по сути ничего не делать, а действительно будут за народ, за Украину, за стабильность. Елена, а вот вы говорили о том, что, возможно, сейчас депутаты расслабились, потому что ожидают очередных перевыборов, но мы также много раз слышали мнение от и политических экспертов, и от народных депутатов, что непосредственно перед самими перевыборами нардепы, наоборот, начнут активизироваться для того, чтобы принимать популистические решения, популярные, для того, чтобы увеличить свои шансы быть переизбранным. Вот по вашему мнению, когда вот не говорит о том, что сейчас депутаты расслабились, и поэтому в ближайшее время все-таки перевыборов не будет? Как по моим оценкам, и, наверное, скорее всего, разговор по выборам уже мы слышим довольно давно. И
Я вот считаю, что, скорее всего, перевыборы будут. Но почему депутаты не хотят работать, вот для меня это тоже большой секрет. Я не могу понять, тем более в таком тяжелом положении, как сегодня находится наша Украина. Як ви вважаєте, Олена, зараз українці, народ якось може повпливати на це чи ні? Чи просто залишається чекати, коли будуть перевибори, коли оновиться склад депутатський? Знаете, вот у меня тоже сложилось такое мнение, что люди сейчас вот настолько забиты своими проблемами, которыми создала сегодняшняя власть, вот, цены на первый продукт, на продукты первой необходимости, на услуги ЖКХ. И поэтому люди сейчас уже просто озабочены ну, такими, как можно все оплатить. И так, наверное, политический вопрос уже как-то, наверное, на втором плане. Возможно, знаете, вот до революции достоинства у людей была какая-то вера, и тогда, возможно, вот можно было ожидать каких-то ожиданий от народа. Сейчас как-то люди, ну, немножко, наверное, опустили руки, поскольку они думают, что если придут следующие, то будет то же самое, что и сейчас. Но, на мой взгляд, мне кажется, что все-таки нужны перевыборы, и перевыборы нужны до той степени, пока действительно не придут в Верховный Совет, в принципе, во всю власть, не придут люди, которые действительно будут болеть за всю Украину, за каждого человека, за каждого своего человека. Олена, як ви вважаєте, от взагалі зараз, якщо будуть перевибори, в принципі, не отримаємо ту саму ситуацію, коли будуть ті ж політичні сили, але просто в них буде інша кількість депутатів? Ну, ви знаєте, так, щоб було інакше. От у нас на даний момент 423 депутати в Верховному Совєті. Я не вважаю, що у нас вже всі настолько депутаты, которые не хотят вот, действительно какого-то благосостояния для своего государства. Есть просто возможность, вот на сегодняшний день есть депутаты, но они находятся в оппозиции. Вот, допустим, вот оппозиционный блок, они, в принципе, если мы припомним 3 года назад, да, вот прошлые депутаты, люди у нас все-таки так и не жили плохо, как сейчас. Сегодняшняя власть, я вот, честно говоря, не могу понять, почему вот она жмет до такой степени уже, ну, правда, народ у нас очень, как не напрасно говорят, украинцы очень терпеливые. Все-таки я считаю, что вот бывшая власть все-таки была какая-то забота о своих гражданах. И не все депутаты там есть такие звери, которые вот не желают добра своей Украины. Но значительная часть, я бы хотела действительно, чтобы их уже просто там действительно не было. Вот что касается вот сегодняшней власти, потому что, ну, докатить Украину до такого состояния, это уже просто. Елена, ну и хотели бы еще одну тему с вами обсудить. Уже не первый день, не первую неделю говорят о возможной отставке Гройсмана и дальнейшем назначением различных людей от различных партий и различных министерств. Вот по вашему мнению, отставка Гройсмана все-таки будет и кто, ну, возможный претендент на эту должность? Ну вот знаете, к сожалению, вот если вспомнить слова Владимира Гройсмана, когда он пришел непосредственно как стал премьер-министром, да, вот с трибуны, когда он сказал такие громкие слова, я вам покажу, как управлять государством, к сожалению, не увенчалось успехом. Сейчас у него есть какие-то там свои терки между Банковой. Возможно, может быть, и будет отставка. Единственное, что у меня вот возникает вопрос, зачем тогда мы была вот такая перетряга с Яценюком, если по сути вот ту работу, которую обещал Гройсман, он совершенно ничего не выполнил. А будет ли отставка Гройсмана, ну, это тоже зависит, скорее всего, соберутся ли депутаты целиком в Верховную Раду, поскольку вот, если у нас на сегодняшний день нет коалиции, то, соответственно, этот момент может затягиваться. Олена, от якщо говорити в цілому про і Гройсмана, і уряд в цілому, адже кажуть про відставку і уряду
не тільки його голови. От як ви вважаєте, навіть ще року не минуло, так як вони при владі, як вони впроваджують реформи, а за цей термін чи можна давати якусь оцінку, чи можна дійсно щось змінити за рік? Ну, смотрите, вот на мой взгляд, в принципе, реформы есть значительно даже очень хорошие реформы в Министерстве внутренних дел. Если мы припоминаем, у нас были очень плохие отношения между народом и между милицией. Например, ну, насколько я помню, что негативное отношение было, отношение народа к милиции. Сегодня, наоборот, к полиции замечательное отношение. В принципе, даже по областям есть различные центры, где есть возможность людям разрешить свои вопросы, ну, буквально там за считанные минуты. Также есть неплохие реформы и в Министерстве юстиции, которые вот вносит Петро, господи, как фамилия его, забыла, Петренко, вернее. А вот есть возможность, допустим, за одни сутки выйти замуж. В принципе, есть, работа как бы идет, но у нас просто такой период, что, возможно, они еще немножко не замечены, но все-таки, вернее, может быть, не размедленно, но все-таки они идут. Возможно, мы выйдем на какой-то позитив, но это, наверное, скорее всего, нужно какое-то время, еще не так много времени прошло. Дякуємо, Олена, за ваш коментар. На таку все ж таки позитивній ноті ми б хотіли завершити. Дякуємо за те, що долучилися до нашого прямого ефіру. Нагадаю, ми спілкувалися з політичним експертом Оленою Бруницькою. Все ж таки бачимо, що реформи є, можливо, десь вони трохи повільні, але все ж таки зараз рухаємося до вже їх завершення.